Фрикцион прям в руках трещит. Кто там? Что там за монстр? Давай, давай. Вот он. Всем привет! Ну, наконец-то запрет закончился, нерестовый. Теперь можно выезжать ловить сазана. В общем, сегодня приехал на закидушки половить, на макуху. Вот на такую интересную речку здесь ни разу не был. И сразу заметно, что людей здесь тоже не особо много. Чистый берег, вообще мусора нет. Но следы цивилизации есть. Вон столик из дерева выпилили. И там дальше туалет из досок. Или очень чистоплотные отдыхающие сюда приезжают. В общем, буду ловить на жмых, как обычно. Сейчас расставлюсь. Выбрал здесь местечко небольшое. Водичка уже упала, но земля под берегом еще очень жидкая. То есть прям жижа, видите, от коров следы. Все проваливается. Ну, попробую сачком здесь половить. Кстати, а сачок-то я и забыл. Все, ехал и думал, что я забыл. Сачок забыл. Ну, ладно. Будем так вытаскивать, если что-нибудь попадется, конечно. Всем приятного просмотра. Здесь коряшки на той стороне. Ой, грузил только упал. Глубина примерно 6 метров. Нормально. Ветер, кстати, сегодня северный. Будет дуть вот с той стороны. По течению, в общем. Так что волна не должна быть. Буквально только поставил, и была поклевка. Вот видите, какая-то рыбка села небольшая. Что, будем вытаскивать? Наверное, карасик небольшой. Зацепилась за траву. Тут трава под берегом чилим растет.
хорошо зацепилось. Придется залазить. Или что здесь? Пока непонятно. Или корни. Рыбка какая-то сидит, кстати. О. Разогнулся крючок. И рыба сошла. Какая-то рыба сидела. Ну, наверное, карась. Небольшой. Небольшой карасик был. А крючки, получается, говно. Смотрите, как разогнулся. От радости спешил на рыбалку. И не только сачок забыл, но еще и садок и колокольчики. Вот пришлось импровизировать. Очень много по берегу чилима растет, водяного ореха. А вот он, кстати. Вот такой орешек. Его тоже едят. Осенью собирают. Пока он мягкий, его так можно есть. А зимой его варят, разрезают и тоже едят. По вкусу похож на картошку чем-то. Что-то тянет. Ребят, тянет. Смотрите, как тянет. Видите, ну это сазан. Да? Ага. Что-то попалось. Ну что, будем бороться. Сейчас из-под травы вытаскивать. Непонятно. О. Есть первый в этом году. Вот он. Красавчик, за нижнюю губу попался. Во! Фу! Сколько? 10 минут подождал? Ну, 15. Пока ходил вдоль берега, и вот поклевочка. Смотрите, какой красавчик. Немножко кровь пошла. Скорее всего, жабры повредил. Хотя, да, жабры, видать, повреждены. Хотя, вытащил я его за губу. Наверное, жабер слетел. Ну, ладно, не суть. Вот такой вот красавчик. Все. Первый попался. Повесил на кукан его. Пускай плавает. Попался на клубничный вкус. И он там, кстати, клюет на пенопласт. Сейчас посмотрим. Что-то не крупное повисло.
это явно что-то не крупное. Ну да. Куда без них? Без наших любимых карасей. О какой. Не слабый. Только вытащил карася. И поклевку слышал на самую дальнюю. Причем очень хорошо звенело. Давайте посмотрим. Да, что-то шевелится. А потом говорят, ты чё так тяжко дышишь? Вот так и приходится бегать от одной удочки к другой. Вытащим, наверное, тоже. Хотя не. Вот что-то тут сорвалось. А, нет. Что-то идет. Аж фрикцион в руках срабатывает. Сопротивляется. Такой же сазанчик идет. Скорее всего. Сейчас мы его из-за травы выведем. Надо на разгон брать. Да? Ага. Ага. Не, чуть такой же, хотя чуть-чуть вытянутый. Та самка, это самец. Вот он. Тоже такой на полторашечку где-то. Не совсем мелочь прям ловится. Опять на клубнику попался. В общем, тоже пока возьмем. А там, глядишь, покрупнее попадется и отпустим. Смотрите, какой паучара с детенышами. Нормальный, да, такой паук? Ну, примерно с кулак в диаметре. Самые главные удочки закинул. Назад иду и прям вижу, у меня под ногой встал на дыбы и вот так, короче, лапами наверх. Ну, я увидел, что что-то шевелится. Раз такой отпрыгнул, а там сидит. Нормально так. Вот цепанул бы он меня. Нога бы, наверное, опухла жестко. У нас вроде как ядовитых совсем пауков нету. Но лишний раз обратиться к врачу не помешало бы. И змей у нас, кстати, тоже. В Астраханской области ядовитых нету, только есть песчаная, по-моему, гадюка. Она в степи живет. Вот, она смертельная. Ну, как смертельная, ядовитая, но если антидот вовремя не вколоть, то можно умереть не то, что от укуса, а от аллергической реакции. То есть не от самого яда. Но все равно этих всяких маленьких существ у нас здесь полно, и надо всегда смотреть под ноги. Все, ждем. Жмых поменял на тех, вот где карася вытащил, и сазанчика. Вот он, еще один альпинист. Уже, наверное, приметил паутину здесь растянуть. Деревьев ему не хватает.
очередной карасик повис. По клювке еле видно. Посмотрим. Что там за малявка? Ага. И еще вон там по клевках колокольчик звенит. В общем, вот. Неплохие караси. Таких на поплавок потаскать, да? Вот классно было бы. Что, проверим. Пойдем другую тоже. Что-то клюет там. Что-то уже не клюет. Пока шел. Наверное, сорвалась. Или есть. Давайте вытащим. Посмотрим. Ага, тихушник. Решил притаиться. В общем, караси пошли. Я тут бассейн устроил для карасей. В общем, вот. 6 штук уже есть. Ждем сазана. Ага. Сбила леску. Ага, есть, сидит кто-то. Ага, что-то прет прям. Ух, прет мощно. На поверхность поднимается. Фу, как прет. Коряги немножко залезу, ну и садка, конечно, нету сачка. Ребята, вон как прет леску, просто фрикцион прям в руках трещит. Кто там, что там за монстр, хоть увидеть, хотя бы просто увидеть. Давай, давай. Вот он. Повернуть его надо. Его надо. Его надо повернуть. Есть. Смотрите, за что держался. Просто. Просто за. Смотрите, за плавник. За плавник держался. Вот он. Красавелла. Ну, наконец-то. Более-менее нормальный сазанчик. Вот он, какой красавчик. Смотрите. О, вот это я понимаю. Сазанчик, стой, 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 стой. Ну, в общем, где-то 3,5, наверное. Сейчас, конечно, взвесим. В районе 3,5.
Фуф, леску прям потащил. Я аж был на другом конце, но на самой дальней удочке. И услышал, давай бежать быстрее, смотреть. Ну все, чудом зацепился. Так бы 100% бы ушел. Во какой. Ну вот это уже плюс 50 к настроению. Все, ловим дальше. Значит, здесь хороший сазанчик тоже есть. А то я думал, одни караси. Одним за одним. Я уже сколько? 7 или 8 карасей вытащил. Пока ждал вот такого красавчика. Взял весы, сейчас взвесим его. Всем же интересно. О, да он даже больше, чем я думал. 4830. Почти пятеро, ребят. 4800 оказывается. А мне казалось... 3,5. Вот, ошибся почти на полторашку. Только сменил жмых. И опять на ту же удочку. Смотрите, какие потуги. Смотрите, как тянет. Ну, это сазан. Это сазан, да? Ага. Буквально сколько? 10 минут назад сменил жмых. А то что-то поклевки закончились. Похоже, он здесь крутится. Опа! Есть! Чуть крупнее первых двух. Фу, ну, за нижнюю губу. Кстати, клубничный жмых работает. Протеин стоит, одни караси. Одни караси на них. Фу, сейчас мы его помоем. Ага, помоем. Не упустить мы его. Стой, 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 стой. Какой? Он думает, что он плывет до сих пор. Красавчик, стой. Вот так, кстати, у некоторых рыбаков рыба исходит, когда они хотят ее помыть. И она убегает. Но не в моем случае. У меня, по-моему, за всю жизнь, по-моему, один раз такое было. Когда я почистил окуня, хотел его помыть, а он убежал. В общем, потом и порой у нас чищенные окуня попадаются. Такое тоже было у меня. В общем, вот он. Сколько? Ну, двушка, да, по-любому. Давайте сейчас взвесим, а то... Я ни крупных вообще не взвешиваю. Посмотрим. Просто интересно, какой у меня глазомер. А то на полторашку того ошибся. Так. Давайте посмотрим. Да, я сегодня сазанов уменьшаю в размере. 2700. Почти трешка. Давно я их не видел. Поэтому мне кажется, что они мелковатые. Хе-хе-хе.
опять я зацепил удочку, которую первый раз, помните, я оторвал, точнее разогнул крючки. И вот опять цепанулся. И вот что я вытащил. В общем, удочки я на ней не вижу. Но крючки я на ней попортил. Вот такие коряги валяются. Опять на ту же удочку. Была одна хорошая поклевка вот такая, и все. И вот смотрите, видите, леска ослабла. И вот там два варианта. Либо сошел, либо он остановился. 5 минут подождем и вытащим. Две минуты прошло. Все-таки что-то поклевывает. Рыбка там сидит, пылесосит жмых. Видите, шевелится. Крючки тоже зацепляет. Но это не сазан, это явно карась. Ну что, вытащим. Вот он. Что-что, а караси здесь бомбовские. О, какие. Так, что у нас тут по карасям? Какие красавцы. Сколько тут? 3, 4, 5, 6, 7. 7 штучек. Все, буду собираться домой. После обеда клёва вообще нету. В общем, за час одна поклевка карася была, и все, и тишина. Два раза менял жмых и молчит. В общем, сейчас покажу вам, что поймал сегодня. Да вы и все видели, если не перематывали. В общем, вот. Вот такие красавчики. Особенно вот этот, да? Ну и небольшие. Вот такие. Что-то ветер раздулся. В общем, весь сазан был пойман на жмых клубничного вкуса. Вешал еще протеиновый. На него гольный карась. Ну а надеюсь, видео было интересным. Всем пока.